Сегодня у нас на разборе TC-TM512R. Пылевлагонепроницаемый телефон. Включен в заднюю крышечку. Держится на вот таких болтиках. Так. Чтобы снять среднюю часть, нам надо открыть заглушечки. Пинцетиком аккуратно снимаем заглушечки и откручиваем болтики. Дальше откручиваем вот эти вот болтики. Нам надо снять вот эти железные пластинки. Чтобы разделить телефон на две части. И разделяем корпус на две части. Откручиваем системную плату. Держится она на болтиках. В этой модели очень много болтов. Динамик базер, он же спикер. Держится у нас на пайке, на плате. А, нет, обманул. Динамик спикер у нас на контактах. Но он залит специальной жидкостью от воды. Аккуратно надо доставать его. Дисплей у нас на пайке. Все, телефон разобран.